Сегодня в Черкасинской школе Чебоксарского района состоялось открытое первенство по юноармейскому триборью. Так сражаются настоящие мужчины. Хотя бой показательный, но в глазах школьников выглядит это весьма впечатляюще. Они хотели бы также владеть навыками рукопашного боя. А сегодня 12 команд из кадетских лицеев района уже готовы показать, чему научились. Одним из этапов соревнований является неполная разборка сборки автомата. Сейчас я вам это продемонстрирую. Без определенной подготовки это тяжело. В этом виде соревнований уже есть свои лидеры. Когда я был маленький, я видел, как мой старший брат, мой двоюродный брат, они занимались этим делом. Видел, как они быстро разбирают, собирают, какие они были ловкие. Я себе поставил цель. Я вырасту, и тебя и брата смогу победить. И вот я в восьмом классе, уже смог его победить. В восьмом классе у него рекорд был 27 секунд, а у меня 26 секунд. Кадеты продемонстрировали неплохую физическую подготовку, умение заряжать оружие патронами, а еще показали знания воинских уставов и знаков различия. Участие в соревнованиях девушек уже никого не удивляет. Мне эти соревнования очень нравятся, очень интересно, ну, собирать там, например, собирать магазин, собирать автомат Калашникова, погоны раскладывать, узлы вязать. Такие встречи – уникальная возможность поговорить с бойцами спецназа, узнать специфику их работы, услышать из первых уст, что такое служба в армии. Они тоже вот являются у нас будущие, так скажем, защитники Отечества, чтобы они были готовы любой момент, любое время защитить наше Отечество. Занимались спортом и самое главное, чтобы они знали нашу историю. По итогам соревнований в командном первенстве первые места заняли ученики Янгильдинской и Черкасинской школ. Александр Соловьев, Валерий Резюков, Республика.